за поле наше, святый посетитель и греши наши, великой уради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава всем сердцем, Святому Духу, имени Христа, и Великой Плоды, Отче наше, за и Сына Небесе, Святей Царина, благоприятный Царство, благоприятный Воля Твоя, Святому на Небесе на земле, век наш насущный дать нам вниз, оставь нам долги наши, мы оставляем должников наших, и нас в искушении, избави нас от злого. Я Христа, святимый слава, Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа и молвища. Сегодня мы приготовимся, вечно приносим помилуй нас. Слава Отцу и Сына, Святого Духа, Господи, помилуй нас, от Бога маху, не прогневайся на низево, и же помяни беззаконие наше. Извини, не по Богу утвори, избави нас от зла наших, и помяни Бог наш, и мы, люди Твои, все дела рук Твоей, и имя Твое призываешь, и ныне и пресно, и великим поклоним, и во свете от веры, верзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тебя на погибне, и мы избавимся Тобою от век, и помяни спасения Бога христианского, и чистому Богу Отцовому поклоняемся благим, просящим прощения по Господи нашим, Христе Божий, более благоговоренности, Большие рассуждалые сил, от работы вражьете, благодарствия в объятии, радости исполнилось и вся, спаси наш, пришли спасти мир, милосердие, сущие, спаси, милости, сподоби нас, на улице, близи меня, видися, пришедшие, я бы близ на силу твою, хотя бы успевающие, радуйся в объятии, я бы же бегал до копии, из плотных актов пройти, Господу, помолимся Богу. Господи, не спасай Богу твоей с высоты святого жилища твоего, Yeah.
Господи, с ним отверзишь и
благослови, Владыко.
и благи миром Господу помолимся. Пресвятую Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе друг друга и весь живот на Христу Богу предадим.
веки веков. Слышим мы. И услышим.
презрено смирение рабы твоя, сего отныне ублажать мя всеродие.
Господа именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей бед, нарицаемая Мария, я же, висевший при ногу Иисусову, слыша же слово его, Марфа же, молвяже и о мнозе службе, ставши же лече, Господи, не прежеши ли, яко сестра моя, един у меня остави служити, хцы у моей, да ми поможет. Отвечал же Иисус лече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея, пусть же их да глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа и рече ему, блаженно чрево носившее тя, Исоса, я же еси сам, он же рече, тем же убо, блаженни слышащи слово Божие и хранящие. Благочестивым иноками.
святым Елисей, рабе Божиих, Николае, Василии, Георгии, Владимире, Олеге, по божественном покрове, заступлении, благопоспешении в труде и многолетии жития их.
говорим и тайно образующий, живопроище Троица, Ты святую песнь припевающий, всякую ныне житейскую отложить в течение. Thank you.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина, высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминит Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков, блаженно почивших. Живот наш Христу Богу предадим.
пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Сегодня мы с вами празднуем память другой, также чтимой иконы, всех скорбящих радости, которая является местной святыней монастыря Каменноборского. История этой иконы очень интересна. В 1688 году была очень сильно больна Ефимия, сестра патриарха Иоакима. Никакие исцеления не помогали этой девушке от ее недуга. В одном сонном видении она услышала повеление Божьей Матери, которая велела ей пойти на Ордынку, в храм преображения Божьей, преображения Господня, и там найти ее икону, перед которой нужно было отслужить молебен о здравии. Несмотря на то, что она была больна, Ефимия отправилась в храм преображения на Ордынку, долго обходила иконостас, иконы, которые были в храме, и в самом углу она нашла потемневшую, можно сказать, от времени икону Божьей Матери, которую видела во сне. Она попросила священника снять эту икону, очистить ее, и когда ее стали протирать, мыть, на ней проступили слова, что Пресвятая Богородица является больным исцеления, недугующим врач и, так сказать, хромых хождения преподобных радований, да, которые до сих пор помещаются на этой иконе. После того, как был совершен молебен о здравии перед этой иконой, Ефимия выздоровела. После этого икона эта стала в Москве, а потом во всей России приобретать славу чудотворной. Перед ней постоянно служились молебны, и по молитве Пресвятой Богородицы Господь даровал исцеление многим и многим людям. Потом с этой иконы были сделаны несколько чудотворных списков, и один из списков попал в город, уже тогда построенный, Санкт-Петербург. Перед этим списком также служились молебны, совершались чудеса, и однажды к этой иконе часто любили подходить вдова очень бедная и один купец. Купец очень гордился собой, что он подает очень большое количество денег, большое количество средств, а вдова, так сказать, все, что у нее имело, небольшие гроши, можно сказать, копейки. Вот. И чтобы, так сказать, смирить гордость этого человека, чтобы вразумить его, Пресвятая Богородица перед своим образом совершила следующее чудо. Когда вдова в очередной раз ложила свои гроши в тарелицу перед иконой на храм, купец стал, так сказать, издеваться, можно сказать, над ней, говорить, что какие гроши ты приносишь, какие скудные средства, а я подаю больше. И для его вразумления гроши этой вдовы вылетели, поднялись на воздух из этой тарелицы и пристали к иконе, да, и она получила с этих пор название с грошиками. Они, можно сказать, плавились в икону и остаются там до сих навсегда. Вот. Что его учит нас вот эта вот история появления этой иконы, да? Прежде всего, он учит нас тому, что Пресвятая Богородица никогда не оставляет нас своими милостями, да? Когда первую икону написал святой апостол и евангелист Лука, Пресвятая Богородица сказала, что благодать меня с всеми иконами да будет. Да? И до сих пор в православной церкви, не только в русской, но и по всему миру, чтутся образы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, от которых подаются исцеления, всевозможные чудеса совершаются по, так сказать, предстательству верных к Пресвятой Богородице. И конкретный случай, вот этот с купцом, да, он учит прежде нас тому, что милостыня должна быть не изменяться не количеством средств, которые мы подаем, да, а можно сказать их качеством. Да. Важно не то, сколько ты подаешь, а с каким сердцем, с каким душой ты это делаешь. Да. В Евангелии мы также читаем случай, что когда Карвану, да, можно сказать, в ящик для милостыни подходили в храме и подавали деньги фарисеи, да, и подошла также одна бедная вдова и положила свои средства в ящик для сбора пожертвований. Христос, который сидел рядом, сказал, что
милостыня этой вдовы более всех принята Господом, да, потому что все остальные подозвали от своего избытка, а она подала все, что имела. Поэтому главное в милостыне не то, сколько мы подаем, а то, с каким сердцем мы это делаем, что находится в этот момент в нашей душе. Если мы делаем это с горделивым сердцем, с исполненным всевозможных тщеславия, гордыни, зависти, то милостыня наша может быть и неприятна Господу. Но если мы сделаем это в сокрушении сердечном, со слезами, да, помня, что мы недостойны божественных милостей, но тем не менее Господь и Пресвятая Дева подают нам их, то мы можем надеяться на то, что наша милостыня будет приятна и Богу, и Божьей Матери, и, так сказать, ведет нас в Царствие Божие, поможет нам войти в это Царствие, да, потому что, повторюсь, опять же, важно то, что находится в нашем сердце. И когда мы празднуем поминание, так сказать, образов Божьей Матери, в том числе и образа всех кормящих радости, мы должны помнить об этом, потому что Пресвятая Богородица всегда не оставляет нас своими милостынями, совершает всевозможные чудеса в нашей жизни, подает нам все нужное своим представительством у Господа, необходимое для нашей жизни. Поэтому мы должны чтить и почитать Божью Матерь, и те образы, которые устроены в честь нее, также почитать, поклоняться и молиться Пресвятой Богородице перед ее образами. Богу нашему славу, всегда на ней присно, из повеки веков. Аминь. Душой совершенной ныне к Тебе приходя, вес спаси, як ины, я, пожалуйста, приши Тебе, ежи содеяти, я не ежа содеял, но сие погибем, я по невеличеству прегрешение, вне грехов множество преосколи Бога моего, в новый долг теперь и человек любит крайне, но милости со страсти, те влекающиеся чистейши, и светлейшие, светлотворившие причастники, общники Божества Твоего соделы независимо, и страны, и ангелы человеческим мысленно беседующие многожды, якоже духом Твоим истинным, все одержатся творят мне, все опиять мне, Христе мой, и теса это богатая, к нам благодеяние. Страхом Божиим и верою приступите. Причастники, повторяйте молитву ко святому причащению. Все повторяйте громко. Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, исповедую. Яко Ты си воистину Христос. Яко Ты си воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришедший мир грешное спасти. Пришедший мир грешное спасти. От них же первый есть ас. От них же первый есть ас. Еще верую. Еще верую. Яко сие самое пречистое тело Твое. Яко сие самое пречистое тело Твое. Сияй самая честная кровь Твоя. Сияй самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй мя. Молюсь об Тебе, помилуй мя. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Я же ведением и неведением. Из подобия мя неосужденно. Из подобия мя неосужденно. Причаститесь о пречистых Твоих тайн. Причаститесь о пречистых Твоих тайн. В оставление грехов. В оставление грехов. И в жизнь вечную. Аминь. И в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные днись. Вечери Твои тайные днись. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Не по врагам Твоим тайну повим. Не по врагам Твоим тайну повим. Милобза.
взанете дам яко Иуда. Не взанете дам яко Иуда. Як разбойник исповедую тебя. Як разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд ли вас осуждение. Да не в суд ли вас осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых Твоих тайн с Господи. Святых Твоих тайн с Господи. Во исцеление души и тела. Аминь. Во исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Thank you.
и грехи ваши очистим. Аллилуйя. Согласно
Господу помолимся, сердце всем.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцы, давайте, прикругаемся, да, поворачиваем.
уподобитесь нам, слышанию святаго Евангелия. Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. От Луки святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Дни уны, восставшим морям, иди в горние сочане, во град Иудов, и вниди в дом Захарин, и целовай Елисавет. И бысть, яко услышали совет целования Мариина, заграси младенец в чреве я, и исполнися Духа Святый Елисавет, и возопи гласом велием рече, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие? Да приди, Мати Господа моего, ко мне, всебо якобы из глаз целования твоего во ушею моею, взыграйся, младенец, радышами во чреве моем, и блаженно веровшека будет совершение, глагола нам ей от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя Бозе, спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, всебо отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Прибыть же, Мариам, с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся, отцемси. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Артем, си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Артем, си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Артем, си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, ее господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, ее господине нашем, преосвященнейшем епископе Елисее, и у всей во Христе, братьи наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, российской властях и воинстве яда тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братья и святые, обители сие. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о славе Божьей, воссоздатися в святей обители сей и населитеся ей благочестивыми иноками. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся за всю братью, за вся православные христианы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Услышано, Боже, спасибо, Машка, упование всем. Отцев земли. Отцев земли, сущих море далече, и милости Боже, вы всех наши помилованы. Милости Бог, человек любит, Бог, и все тебе слава воссылаем. Отцу и Сыну Святому Духу, но не присок веков. Аминь. О, Пресвятей, Владычице нашей Богородице, и Преснодеве Марии, со умилением сердец, помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. О, Пресвятая Владычице Богородице, Высший Херувим, и честнейшая Серафим, Богоизбранная Траковица, все скорбящих радости, подашь утешение нам в скорби сущим. Разве бы тебе и много прибежища и помощи немымы? Ты единый сей радости нашей ходатайца, яко Матерь Божия, Мать и Милосердие, предстоя у престола Пресвятой Троицы, можешь и нам помощи. Никто же, бо притекая к тебе, посрамлен отходит. Услышу убо и нас ныне в день скорби, пред твою икону припадающих, со слезами тебе молящихся. Отжени от нас, належащих на скорби и печали всей временной жизни. Не лишены жены сотвори твоим всесильным ходатайством и вечной нескончаемой радости царствие Сына Твоего и Бога нашего. Благодати человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвященнейший Владыка Господи. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых честногославного пророка Претечи и крестителя Господня Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, града Златоустого, святых мучеников Арефы и с ним пострадавших, преподобного Зосима Верховского, святых священномучеников Лаврентия, епископа Булахинского, Алексея Пресвитера, святого мученика Алексея, преподобного Арефа, исповедника, святых священномучеников Иоанна и Николая Пресвитера, святого священномученика Петра, преподобных Арефа, Сесоя и Феофила Печерских, затворников блаженного Елизавета, царя Эфиопского, святые мученицы Синкритики и двух Челия, святителя Афанасия, патриарха Цареградского, преподобного Георгия, исповедника, их же памятный не совершаем, святого благоверного великого князя Александра Невского, святого священномученика Николая Пресвитера, и же верхним гнутовес, святых и праведных Богу, Отец и Аким, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Великого Господина, за нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Германа, и Митрополитова Благословенного Вышинского, и Господина нашего Преосвященнейшего Елисея,
Епископа Улюбинского и Нового Олимского, Белогорские Свято-Троицкие обители сия священно-архимандритов, братья святые обители сия, Бога хранимую страну нашу российскую, и все православные христиане, Господи, сохрани их на Божие лето. Благодетельное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, удасть Господи, великому Господину и Отцу нашему, Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Господину, Высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, и Господину нашему, Преосвященнейшему Елисею, епископу Урюбинскому и Новоаннинскому, богохранимой стране нашей российской, властям, воинству и народу ея, всему освященному собору, братья и святые обители сия, поющим благотворителям и благоукрасителям, святые обители сия и всем православным христианам, многое лето! Каменнобродский образовали ее,
чета семейная. Петр Иванович и Серафимов Персидские. Известная такая фамилия в Ольховке. Она известна была, эта фамилия, еще раньше. И в Дубовском посаде была известна эта фамилия. В свое время императрица Екатерина наделила этот род участками земли, поместьями. И вот одно из поместьев осталось здесь, в Ольховке, и также в селе Каменный Дуб. Вот помещик Петр Иванович Персидский решил образовать общину женскую. Такую вот сначала просто сестринские, монахи не было. Были просто сестры, которые собрались. У них было большое желание жить такой монашеской иноческой жизнью. А потом Петр Иванович увидел, что община расширяется, и решил этот участок земельный, который сейчас мы находимся здесь, подарить этой общине. И построил первые два здания. Вот это здание, где мы находимся, и вот напротив здания. Вот эти два здания было. У него была и такая мысль, чтобы эта община помогала людям болящим, которые в округе, крестьяне, могли приезжать сюда лечиться, потому что здесь есть источники. Вот такую врачебную помощь оказывать. Ну, у Бога-то свои, конечно, планы. У человека свои планы, у Бога планы свои. И постепенно община стала перерастать именно, приходить к монашескому делу. Сначала было очень непросто, потому что, как любой благотворитель, он и как бы здесь еще примешиваются чисто человеческие качества. Какие? Ну, жалко расставаться. Я вот пожертвовал, но все-таки это мое, это жалко. Хотя это вот я отдал, но это мое. И вот Петр Иванович как-то вмешивался в дела общины, и при первых старших сестрах забирал отсюда сестер из общины и отправлял себе в хозяйство, где они помогали ему вот по хозяйству убирать хлеб, работу производить. Конечно, это очень негативно отражалось на состоянии общины, общины жизни, но тут пришла монахиня Афанасия Филиппова. До этого она была, жила в монастырях и имела уже опыт монашеской жизни. И такой порядок вещей ее стал не устраивать. Она все-таки хотела, чтобы здесь была именно настоящая монашеская жизнь. И к этому сестер подталкивала. Но так как уже образ жизни стал такой образовываться довольно-таки, ну, не монашеский, то к такому свободному образу жизни стали привыкать даже сестры. Им это стало нравиться. Ведь мы прекрасно с вами знаем, да, вот как трудно бывает собраться, что-то сделать доброе, хорошее. Даже встать на молитву утром бывает стать очень, да, собраться, а еще постоянно, каждый день, вот, творить правила утренние, вечерние, да, вот, в течение дня это делать постоянно, каждый день, не раз там в неделю, не раз в месяц, а каждый день. Это бывает непросто. И вот стоит только немножко себе попустить, то смотришь, уже и делать ничего не хочется. И вот так у сестер тоже стало образовываться такое вот желание свободного образа жизни. А монахиня Афанасия стала этот образ жизни немножко пресекать, свободно, и привлекает сестер именно к той более строгой жизни. Конечно, пошел ропот на нее. Как это с двух сторон ропот стал двигаться. Ропот со стороны Петра Ивановича Персидского и его супруги Серафимы. Ну как, матушка перестала давать сестер на помощь, да? И ропот самих сестер, которым тоже не нравилась такая строгость, которая стала к ним предъявляться. Нормальная строгость монашеской жизни.
иноческой жизни, монастырской жизни. И был такой момент, когда 40 сестер даже восстало против матушки, старшей сестры, и ушли в ближайшее село Михайловку там жить. Ну, это нам тоже знакомо, нашему монастырю, потому что у нас тоже так, когда кому-то что-то в монастыре не нравилось их брать, они тоже в Михайловку ходили. Но, и вот что, и, конечно, образовалась такая ссора, совершенно ненужная. Люди, которые думали о деле образования монастыря, вот, ну, были... примешивались личные какие-то мотивы, и вот это, конечно, мешало им. Стали судиться, и монастырь вдруг стал получать даже такую немножко нехорошую огласку в ближайших селениях. Вот монахиня Афанасия судится. Как так? Вот она судится, вот она такая. И среди людей, ведь людям-то не объяснишь всем, что на самом деле происходит, да? Вот. Все-таки монашеская жизнь, она же не выпячивается, не оправдывает себя, а терпит. Терпит всякие поношения, несправедливости. Вот. Но так вот Бог рядил. В 5-м году епископ Николай Саратовский приезжал, уже открыл этот собор. Но матушка Афанасия скончалась к этому времени. Пришли другие сестры, старшие сестры, потом появились игумени. В 903 году община указом Священного Синода была образована в монастырь, Свято-Троицкий монастырь. Вот. И, конечно, здесь уже стала образовываться своя жизнь, уже чисто монашеская, ссоры все стали забываться, умерли те люди, умерла монахиня Афанасия, умер и Петр Иванович, и Серафима Персидская. Настали такие годы лихолетия, когда монастырь стал потихоньку насильно закрываться. Вот как и Каменнобродский, и как же и Гусевский монастырь, он в принципе закрывался одинаково. Как это было? То есть власти приходили и говорили, нам вот нужно это помещение, а дайте нам то помещение. Вот сестры, ну куда деваться, против власти не пойдешь, а давали одно помещение. Также в Гусевском монастыре было помещение. Что делали монахини? Монастырь же дом для монаха. Куда ему идти? В миру он как рыба на суше, да? Монах вот в миру, это все равно как рыба на суше. Он без своей среды находится в этом мире. И образовали они своего рода хозяйство такое, общинное хозяйство, что мы будем налоги платить, лишь бы вы нас оттуда не выгоняете. Но богоборческой власти надо было все сделать, чтобы изгнать монахинь из монастыря. Так случилось и в Каменнобродском монастыре, так случилось и в Гусевском женском монастыре. Точно так же. Потихоньку все здания отобрали, монахинь из монастыря выгнали, и они рассеялись, как говорится, кто где. Кто жил в ближайшем селе, в Михайловке, в Каменноброде, в Ольховке. Вот. Еще по свидетельствам начальников отдела по связи с религией в 40-х годах, они так и писали к областному руководству, что монахини в Ольховке служат. С какого монастыря не написано было, но служат. Наверное, были отсюда, из Гусевки, потому что монахиням что делать? Для них главное – это молитва. Но вот так получилось все. Собор в 50-х годах до конца был разрушен, Троицкий. Говорят, что из него сделали, из кирпича собора, построили школу в селе Ольховка, сломали, но вот чудом Божьим осталась эта церквушка, где богоборческие власти устроили бычатник. Все, конечно, здесь было МТС, госконюшня так называемая, во время войны был госпиталь. Воины наши здесь такой госпиталь передвижной, как говорится, но перевалочный. Но много, конечно, воинов погибло, здесь умерло от болезней. Вот в этих лесочках, где сейчас растет, да, они там похоронены, воины. Исчезли могилки.
сестер, которые кладбище исчезло. Но вот как бы промысел Божий явил так, что в 90-х годах вдруг обнаружился камень, надгробный камень монахини Афанасии. И вот братья принесла вот там на бугорчик, где крестик стоит, положила там. Через некоторое время был найден также камушек нагробный Серафимы Персидской. И вот как-то получилось так, то есть где-то в 2002 или 2003 году мы поставили эти камушки рядом нагробные. И вот те люди, которые при жизни, вот так получилось, Господь им дал такое испытание, они ругались между собой, а по смерти они их надгробные камушки, да, стали стоять рядом. Вот так Господь примиряет всех, да, и даже после, и во время жизни, и после земной жизни. Потому что Бог у нас есть кто? Бог мира, не разделение, а именно мира. Вот этот случай, конечно, этот пример очень поразительный. Как только в нашем деле, вот в деле служения Богу, да, у всех начинаются примешиваться какие-то личные амбиции, то все начинается идти шиворотом на выбор. Вот. Поэтому для Божьего дела, почему, говорят, смирение так необходимо? Что такое смирение? Смирение – это не то, что вот забиться в угол и не показываться. Да? А смирением надо первым пойти примириться, отстоять веру, не постесняться, да? Оставить свои амбиции какие-то, да? И ради общего дела вот, объединиться. Это тоже вот есть смирение. Вот благодаря этому, конечно, и наша вера -то укрепляется, когда люди церковные. Конечно, мы здесь тоже все ругаемся, бывает, да? Вот. И как мы знаем, почему в церкви бывает так непросто? Потому что церковь это есть передовая. Передовая духовной борьбы, да? Духовной брани. Ведь с кем воюется, да? Не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной воюются. Поэтому такая брань наступает. Поэтому церковь бывает все непросто. Говорит, ну как же так? Вот как же так в церкви такое бывает? А потому что враг рода человеческого желает, чтобы всех рассорить, разделить, чтобы только не вместе мы были, а по отдельности. Совсем недавно мы с вами праздновали, позавчера, праздник Казанской иконы Божией Матери. День единения, да, теперь называется. День единения. А почему? Вот, день единения наших людей. Мы, если вспомнить те годы, 12-й год, 1612 год, люди тоже между собой не могли найти общего контакта. Русские, православные, крещенные люди. И вот только смерть патриарха Гермогена, мученическая кончина, вдруг образумила и всколыхнула. Человек немощный в застенках страдал за весь народ русский. И они вдруг образумили, что мы делаем. Что же мы между собой ругаемся-то? И ради общего дела они примирились. И примирились, да еще русское государство стало еще сильнее. Я думаю, сейчас тоже у нас похожие такие моменты. Мы не можем, многие люди, найти между собой общего языка. Вроде бы одной национальности, и на одном языке говорим, а правду каждый ищет сам свою. А когда мы будем... Есть одна правда, Божья правда. Она никуда не девается. Ее можно замазывать, ее можно как-то закрыть, вот так, да, постараться. Но она никуда не девается. Она как есть, так и есть. Это как постоянно. Это есть постоянно. Это есть константа такая, да. Поэтому от этого, конечно, мы никуда не деваемся. И сейчас вот важно, этот пример даже вот на этой обители показывает, да, что как важно нам всем оставлять ради общего дела, оставлять свои какие-то притязания, свои амбиции, свои желания такие, да, обиды даже на кого-то, а ради общего дела, ради Божьего дела быть всем вместе. Ну вот, за молитвы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, это чудные иконы всех скорбящих радостей, ну пусть Господь и нас тоже всех подталкивает к такому пониманию, да, и такой жизни. Аминь. Спасибо. Всех вас поздравляю, братья, всех с праздником, поздравляю братья обители сия, которые так большим трудом
много лет мученически, я бы так сказал, восстанавливали этот монастырь. Непросто, с большим трудом, но восстанавливает. Восстанавливает, вот, делает, старается, каждый день молится. Вот, спаси Господи, попробуйте каждый день помолиться, да, вот, а каждый день, изо дня в день. Они молятся каждый день, их ругают, такие они молятся. За весь мир. Я благодарю за их труды, благодарю всех, кто сегодня помог нам в устроении праздника, батюшек, приехавших к нам на праздник. Вот. Даже других епархий представители приехали, с Волгоградской приехали, епархии, и с Калачевской приехали. Видите, у нас теперь митрополия, а вот батюшки, которые раньше были в одной епархии, теперь в разных. Но мы не ссоримся между собой, правда? Наоборот, стараемся быть вместе и помолиться. Поэтому я всех благодарю. Благодарю хор храма Рождества Богородицы из города Урюпинска, который вчера они пропели нам замечательный всенощный день. Спаси Господи, отец Алексей, вот настоятель, секретарь епархии привез их с собой. И, конечно, вот хор наш, я же по привычке наш называю. Они соскучились тоже. Церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского тоже составили такой праздник. И всех, кто помог в устроении сегодняшнего торжества. С праздником вас! Да хранит вас Пресвятая Богородица своим покровом. Аллилуйя! Thank you.
пожалуйста. Пожалуйста.